Работу детей оценивала компетентное жюри, в состав которого вошли ученые сочинских вузов, нацпарка, НИИ цветоводства и субтропических культур, природного орнитологического парка, лучшие педагоги школ и центров дополнительного образования. По итогам работы 24 секций лучшие 52 школьника получили диплом первой степени и были награждены традиционными кубками. 154 школьника стали призерами. По традиции, лучшие образователи организации также были награждены научными кубками Сочи. В этом году это Центр творческого развития и гуманитарного образования, ЦДУ Хоста и гимназия номер 1.